Короче говоря, ребята, всем здорово, с вами снова я, Алистер. И, ребята, это новая серия лайфхаков, так как под прошлым роликом набралось уже 1000 лайков, то я прямо сейчас уже выпускаю новый ролик, так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь. В данном ролике будет цветной ник, там, как делать номера, так что, ребята, досматривайте ролик до конца, ставьте лайки, подписывайтесь, ребята. И это топ-5 лайфхаков и фишек в карпаркинге, ребят, погнали. Короче, ребята, первый лайфхак, или же просто фишка, это у нас, кстати, номера. Как сделать номера, то есть красивые номера в карпаркинге. Давайте, например, сделаем например, не знаю почему, но давайте попробуем на ней. Короче, берем самый первый винил, ставим его вот сюда вот, так, поворачиваем вот так вот, все. Теперь, смотрите, ребят, подрав его под номерной знак, вот сюда вот, так. Ну, конечно, нел Багума на этой машине. Ладно, давайте теперь какую-нибудь другую машину возьмем. Например, это пусть будет М5 F10. Почему бы нет? Так, ставлю я вот сюда вот, ребят, номер. Вот так вот. Теперь, смотрите, подравниваем его точно под номерной знак. Вот сюда вот. Так, ребята, у меня получилось. Но это, опять же, не идеально, потому что в карпаркинге винилы не очень-то такие оптимизированные. Вот. Смотрите, ребят, теперь что мы делаем? Теперь пишем номера. Там, ну, например, давайте вот так вот пишем. Так, теперь вот делаем вот так вот. Конечно же, оставляем место для региона, ребят. Вот так вот, думаю, будет нормально. Вот так вот, да. Теперь я делаю вот так вот всегда и выбираю вот всегда вот это, ребят. Как... Нет, слишком я большим сделал, по-моему, ребят. А надо, конечно, сейчас его уменьшить, чтобы получился. Вот так вот, теперь смотрите, что мы делаем, ребят. Берем, опять же, первый и поворачиваем его вот так вот. И вот, блин. Во, теперь смотрите. Вот так делаем, ребят. И теперь потом я делаю просто вот так вот. Вот так вот. Да, во, идеально. Все, и ставлю вот сюда вот, ставлю его. И теперь пишу регион. Например, пусть будет там, ну, 64 регион Саратов, например. И потом я делаю просто, опять же, уменьшаю его и ставлю вот сюда вот. Да. Теперь смотрите, опять же, берем первый, потом вот так вот. Короче, делаем вот, допустим, вот так вот, да. Нажимаем потом вот на это много раз. Вот слева сверху то, что. И потом делаем просто вот так вот, то есть под номер вот так делаем. Это будет как рамка, ребят, да. Ну, ребят, как видите, на F10 у нас номера... Не очень хорошо и получились. Но на других машинах, я уверен, будет намного лучше. Так что, ребята, можно и спереди. Так что, ребята, как так? Я надеюсь, вы сделаете лучше, чем я. Потому что я, конечно, что это такое. Ладно, ребят, короче, мы летим ко второму лайфхаку или же фишке. А вы, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь. А мы, ребят, полетели. У вас будет на экране коды, которые для цветов. Короче, берите их у меня. И какой цвет вам больше нравится, ставьте тот цвет. Смотрите, я делаю вот так вот. Короче, вот так вот, обязательно делаем вот такие скобки, потом пишем FF000, это красный цвет, ребят. Потом пишу вот так вот, делаю вот так вот, и теперь пишу, например, вот так вот. И теперь вот я захожу на сервер, и вот у меня красный ник, ребят, как видим. Сейчас я вам докажу, то, что работает. Вот, я пишу R, и у меня красный ник. Как так, ребята? Ну, прям сейчас просто влепите лайк, подпишитесь, ребята, потому что для меня это реально очень приятно, а для вас это всего лишь несколько секунд, ребят. Все, а мы теперь летим, то есть, к следующему или же фишке, ребят. И меня на стриме спрашивали, откуда у тебя салон машины, почему она у меня черная. Мне много задавали таких вопросов, ребят. Смотрите, если у вас черный салон и ничего нету, смотрите, когда вы покупаете машину, нажимаем в настройки машины, и вот как видите, у меня вот снизу есть скачать интерьер. Просто нажимаем, ждем пару секунд, пока появится салон, она сама автоматически установится просто. Смотрите, ребят, вот у меня появился салон, ребят, так что... Больше не спрашивайте, откуда у меня салон, почему у меня салон. К следующему лайфхаку или же фишке. Так, то есть, оно заключается в том, что если, так сказать, вы не умеете хорошо водить на трассе, то есть на большой скорости,
то вы можете просто включить, вот слева есть кнопка, нажимаем, у нас, если она включается зеленым, то просто смотрите, я отпускаю руль, просто нажимаю на газ, и, ребят, оно само управляет. Если вы об этом не знали, то просто поставьте лайк, ребят, но оно не работает при управлении наклона, ребят. Смотрите, сейчас я его включу, и как бы смысла от него ноль, когда я его включаю. А если вы хотите его просто выключить, просто нажимаем заново, и как бы он у нас выключается, и можем, так сказать, сами управлять уже машиной. Как так, ребята? Если вы об этом не знали, то поставьте лайк, а если вы об этом знали, то напишите в комментариях, типа, я знал, там, третий баг, то есть третью фишку или что-то такое. Так что, ребята, а мы летим к следующему. Вы поставьте лайк, подпишитесь. Полетели. Заключается в том, что если вы хотите персонажа любого, то просто, ребята, смотрите, например, вот полицейского, да? Они стоят реальных денег, то, ребята... Посмотрите сейчас мой ролик о взломе, их у меня реально много, вот. Просто нажимаем на buy и нажимаем потом на, затем это баг, нажимаем на buy и просто нажимаем на да. И теперь у нас персонаж, то кстати, полицейский, ребят. Как так? На этом у меня все. Поставьте лайк, подпишитесь, ребята. Всем удачи, ребят, и всем пока-пока.